прорыв Юры Мовсисяна, удар и гол. Быстрый гол забивает Мовсисян. И практически по центру опять рвется оборона. Оборона Мордовии, вот то, о чем я вам говорил. Посмотрите, как легко вспарывают хозяева поля по центру оборону гостей. И счет открыт. 1-0. Впереди Краснодар. Вот так. Отличная передача. По-моему, ее сделал Владислав Игнатьев на Юру Мовсисяна. Такая контратака. Вроде бы Мордовия начала уверенно, смело, но пропустила. Выход, посмотрите, и Антон Бобер абсолютно одинаковый гол забивает Мордовия. Здесь впору говорить и, ну что ли, разводить руками, ну как же так? Смотрите, как располагаются защитники Краснодара. Вот следует передача Иванова. Смотрите, какой коридор вот здесь. И не было здесь положения вне игры у Бобра. И Антон очень легко переигрывает Андрея Синицына. Невероятная позиционная ошибка. Что у одного, что у другого клуба. И уже 1-1. Вот так. Мовсисян, 5-я минута. 11-я, Антон Бобер. И абсолютно, как под копирку голы. Но Мовсисян чуть-чуть так-то с края бил, ну так не по центру. Когда... Отличный гол! Отличный гол! Забивает Юра Мовсисян. 8-й гол в чемпионате с передачи Жанзиньо. И снова защитники зевнули. А вообще эта передача-то читалась, посмотрите. Да, это был никто иной, как Евгений Осипов. Это он проглядел. Как-то легко, очень легко Мовсисян отклеился от Евгения и отправил мяч в сетку. Осипов почему-то дернулся навстречу мячу и запустил себе за спину Юру Мовсисяна. Честь и хвала форварду, безусловно, но опять очень обидная позиционная ошибка в обороне у футболистов Мордовии. 2-1 впереди. Краснодар. 5 и 30 минута. Юра Мовсисян. 2-1. Да. Мартынович. Мартынович. А это уже, конечно, зевок голкипера. Обязан был Абакумов отправлять мяч на угловой. Вот посмотрите, подача. Промахнулся Дмитрий. Как же обидно ему должно быть. Видите, махнул мимо мяча и тут же на добивании Мартынович. 3-1. Комедия ошибок продолжается. Да, это, конечно, чисто вратарский гол. Зевок. Мартынович забивает свой первый гол в нынешнем сезоне и второй в российском чемпионате. Свой второй гол. Кстати, у него сегодня, можно сказать, такой мини-юбилей. Он проводит 25-ю свою игру в российском чемпионате. Я отметил этот 25-летний. 4-1. И гол забивает Анджелкович. Гол имени Юры Мовсисяна. Все сделал армянский нападающий. Накрутил оборону Мордовии. И Анджелковичу просто... Но невозможно было промахнуться, хотя такое ощущение, что Мовсисян сам хотел забить. Очень был острый угол, но получилось так, как получилось. Получилось очень даже здорово. Счет стал 4-1. Анджелкович забивает свой второй гол в российских чемпионатах и в 95-м матче. Это всего не только за Краснодар, но и за Ростов. И первый гол в нынешнем сезоне Душана Анджелковича. 4-1. Очень уверенно. Пропустил мяч Марсио Абрео, а тот вывел на ударную позицию Владислава Игнатьева. 5-1. Вот посмотрите, видите, как здорово пропускает мяч на португальца. И здесь Игнатьев. Игнатьев очень хладнокровно реализует эту ситуацию. 5-1. Владислав Игнатьев отличился в этом эпизоде
71-й матч Владислава Игнатьева в российских чемпионатах. Девятая игра за Краснодар. И первый гол Владислава в этом сезоне. 5-1. Да. Вандерсон получил передачу от Жуанзиньо. 6-1. Ликует Славолюб Муслин. Вот посмотрите. Вот какая зона свободная была. Что вытворяют игроки Мордовии в середине своей обороны. Да. Вандерсон отметился двумя приличными передачами своим партнерам и голом. Это дебют, конечно, впечатляющий. Что там говорить. На 78-й минуте Вандерсон заменил Марсию и забил в своем дебютном матче. 6-1. Прекрасный дебют. И две минуты добавляет